На 33-й сессии ЗСК с отчетом выступил руководитель краевого ведомства Алексей Семенов. По его словам, налоговые поступления в казну почти на 40% формируются за счет НДФЛ. Плюс еще 19% – налог на имущество. Сегодня это самый высокий показатель в России. В условиях кризиса на счету каждый рубль, и все эти поступления для региона становятся крайне необходимыми, акцентировал Александр Ткачев. По мнению губернатора, важно также усилить работу с должниками. Необходимо мобилизовать работу по недоимке, по нашим банкротным предприятиям. Конечно, теневой бизнес, зарплаты в серую. Мы прекрасно понимаем, что процентов 10, 20, а может быть и 30 в некоторых территориях – это те доходы, которые сегодня им поступают в виде налогов по разным причинам. И, конечно, налоговой службе, безусловно, нужно мобилизовать все свои усилия, естественно, административным, правоохранительным органам. Тем более в условиях кризиса, как никогда, нам нужны доходы. Я считаю, что вот ресурс нашей налоговой службы, ресурс правоохранительной системы, естественно, административной, депутатского корпуса придет к тому, что мы действительно выполним план задания по доходам консолидированного краевого бюджета. И более того, будем иметь рост ВВП. И, конечно, это отразится, безусловно, на качестве жизни нашего региона, на всех социальных обязательствах. Всего на 33-й сессии ЗСК депутаты рассмотрели порядка 56 вопросов.